Полицейский Люберец задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта более 500 граммов наркотиков. Выходящего из леса на дорогу в деревне Токарева у человека заметили сотрудники госавтоинспекции. Мужчина вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам. При беседе со стражами правопорядка нервничал, поэтому было принято решение провести досмотр. В кармане куртки и в рюкзаке, находящемся в автомашине, сотрудники ДПС обнаружили 8 свертков с веществом светлого цвета. Согласно заключению эксперта МВД России по Московской области, порошок является производным наркотического средства. Со слов задержанного, в одном из мессенджеров ему предложили работу. В его обязанности входило забирать наркотики из тайников, расфасовывать их и сбывать с помощью закладок на территории московского региона. В отношении правонарушителя следственным управлением возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие начало.